Вот я разбираю завалы и под баночкой нашел сидящего ужика. Ужик заблудился в нашем доме, в вашем доме. Видите, какой малюсенький. Прикольно. Короче, залез он с моря и сидит себе, сидит. Ужик. Сейчас его выдворим на улицу. Перчатку я снял. Живой? Живой. Живущий ужик. Как он сюда залез? Хотя да, окно если открыто, то мог свободно залезть. Ужик, ужик, живи, живи. Не евший, голодный. А, он может зимовал где-то там. Вот он попёр, попёр к морю, голодный ужик. О, разогрелся. Всё, всё, море слышит. Где-то плещется волна, ужик поплыл.